Вот так раньше всегда у нас в городе Калачинске на танцплощадке духовой оркестр поднимал настроение. Марш – это уже настроение. Так и хочется маршировать по празднику хорошего настроения. Дорогие друзья, а сейчас для вас духовой оркестр играет вечно молодой, душевный, волнующий, легкий вальс. Валеры приглашают, да. Итак, мужчины готовятся, выбирают себе партнер, милых, обаятельных наших женщин. Девушки готовятся, женщины прихорашиваются, остаются последние секунды и готов уже играть духовой оркестр. Танцевал вальс. Спасибо за ваши горячие аплодисменты. И я думаю, что следующий танец вы поддержите, будете все танцевать. Потому что это танец любви. Это танец прекрасный.
прекрасные взаимоотношения. Вы можете сказать добрые слова друг другу и, конечно же, почувствовать тепло ваших сердец. Объявляется танго. Танцуют все, и мужчины, и женщины. Дорогие гости, не проходите мимо танцплощадки, заходите, танцуйте, радуйтесь великому празднику Троицы, празднику русской березки. Спасибо за танец, спасибо за аплодисменты. Дорогие наши друзья, люди, опять же, нашего уважаемого старшего поколения, люди более мудрого, золотого возраста, в дни юности своей всегда танцевали прекрасный танец после того, как посидели на завалинке, пощелкали семечки, обсудили последние новости и потом уже начинали танцевать краковяк. Итак, дорогие друзья, я приглашаю вас всех на танец краковяк. Сейчас для вас будет звучать веселая полька, а мы танцевать краковяк. Итак, вы готовы? Дети готовы? Молодцы! Дети у нас всегда готовы. Люди старшего поколения, скажите, пожалуйста, вы помните краковяк? Но я предлагаю сейчас вместе с нами вспомнить этот прекрасный, веселый, легкий танец
Краковяк. Итак, приглашаю всех в круг, вставайте парами, а мы будем все вместе танцевать и, глядя друг на друга, подхватывать и в веселом ритме краковяка мы будем сегодня радоваться празднику. Итак, вы готовы? Встаем в круг. Оркестр готов? Спасибо всем за танец. Ну что, дорогая наша молодежь, вы посмотрели, что такое танец краковяк? Молодцы! Любите прекрасные танцы ваших отцов, родителей, бабушек и дедушек, потому что все корни, они находятся в старине, и которые несут радость. Сегодня мы радуемся также с вами, дорогие друзья, светлому празднику Троицы. И вновь слово нашему духовому оркестру. Дорогие друзья, дорогие гости нашего парка, мы приглашаем вас, заходите на танцевальную площадку. Сегодня мы танцуем под духовой оркестр. Сегодня мы вспоминаем, как праздновали праздник на Руси. Сегодня у нас веселые игровые программы. Сегодня у нас будет большая театрализация, народные песни, танцы, хороводы. А вот на танцплощадке мы танцуем польки, вальсы, фокстроты. Дорогие друзья, и сейчас я приглашаю вас всех на вновь любимый, никогда не повторимый, нежный, ласковый, чудесный и легкий танец вальс. Заходим на танцплощадку, не выходим, а заходим.
вас видеть сегодня здесь. Пожалуйста, приобщайтесь к искусству танца под духовой оркестр. Вальс, вальс. Уважаемые мужчины, приглашаем женщин. Юноши, где ваши любимые девушки? Молодцы, правильно, вот одна пара уже есть. У нас готовятся еще следующие пары. Прекрасно, прекрасно. Вот прекрасно!